Так, всем привет, любители ароматного табака. Начинаем разбирать нашу американскую посылку. Значит, сегодня у нас в гостях будет сигара Карла Старана Виртуоза. Вот так вот у нас шикарно выглядит сигара. Сигара покровный лист Мадуро, формат сигары Торо, если я не ошибаюсь. По-моему, точно Торо. Значит, сигара делается из мешки различных табаков, даже, по-моему, пуэрториканский табак здесь есть. Вот покровный лист по традиции выращивает семья Таран сама, потому что, ну, в общем-то, они на этом специализируются. Беда маленьких гильотинок, видите, не входит она. Ну, нет, нормально обрезала. Посмотрим, что у нас в холодном виде. Очень легкие. Едва уловимые сладковатые ароматы. Здесь немного сухофруктов. Маленькая сливочная сладость. Легкое дерево и очень-очень далеко перец. Смотрим. Слегка затрудненная тяга, очень приятно. Сразу такие глубокие пошли древесные ароматы, аромат дубовой бочки. Дерево, кора. Есть орех, но очень легкий. Перца пока нет. Хотя в холодном виде он был. Интересно, но я думаю, что он проявится. Тем более, что я так предполагаю, что сигара будет крепкой. Посмотрим, что будет дальше. На планечке уже встретимся. Так, друзья, половина нашей сегодняшней сигары позади. Как видите, наметилось чуть-чуть неровное горение, но, в принципе, не критично. Поправлять я сигару не буду. Что у нас тут в ароматах? Ну, интересный очень аромат. На первый план доминирует такой очень приятный аромат ореховый, яркий аромат лесного ореха с такой легким приятным таким вишневым послевкусием. Есть очень легкое, потому что вишневое присутствует, да, такая легкая вишневая косточка, в которую потом все это, вся эта вкусовая гамма переходит. Очень приятно сигара курица, пока крепость не замечена, но посмотрим, что будет дальше, и уже в какие-то в конце итоги этой сигары подведем. Итак, друзья, докурим нашу сегодняшнюю сигару. Ну, что можно сказать по последней половинке, последней трети. В принципе, сигара чуть потеряла вкус. Первый план вышел такой мятный травянистые тона, которые, в принципе, закрывают всю основную тематику сигары, а протекала она в таких вишнево-древесных тонах. Сейчас все это скрылось за вот этой вот не очень приятной мятно-травянистой вкусовой гамме, что, в принципе, немного портит ощущение сигары, но, в общем-то,
достаточно приятная сигара. Мои опасения по поводу ее крепости оказались напрасным. Сигара не очень крепкая, вполне курибельная, никакого неприятного удара и отравления она вам не доставит. Все очень выдержано, все очень приятно. Очень интересная середина, но, к сожалению, концовка немного мне не понравилась. Спасибо вам за внимание, спасибо, что досмотрели мое мнение и выслушали до конца. До новых встреч!